А ослика-то вон, вам, блин, капец как жалко, серьезно. Так бы уже домой уезжали. На ослике, на новом. Так, сейчас у нас очень может быстро закончиться еда, конечно, если мы так будем бежать. Нам, блин, целую 1000 блоков бежать. Это, правда, не 8000, но 1000 блоков все же. Все же 1000 блоков надо пробежать. Да. Ну что ж, ладно, мы зато хоть с добычей с какой-то возвращаемся обратно в город, там будем собирать ресурсы. Так, блин, что такое? Что-то не идет. Так, ладно. В общем, о чем бы это еще таком поговорить, не знаю. Ну, в принципе, о практике можно. В общем, довольно все весело там проходит в школе. Конечно, немножечко не то, чего я ожидал, если честно, но тем не менее, ну, в принципе, все довольно-таки нормально. Ну, пока что первую неделю, пока еще не самая жизнь, так сказать, пошла. Вот дальше будет посложнее, потому что много придется писать постоянно. Ну, не знаю, с этим можно будет, в принципе, быстро справиться, я думаю. Но, опять же таки, мои предположения, то есть, если успеть все написать, то будет проще намного. А если же нет, то тогда начнутся проблемы. Вот. Так что, блин, еще почти 500 блоков бежать. Так что вот так вот как-то получается. Ну, дети веселые, на самом деле, у меня... За мной закрепленный 6 класс, а 3, 6, 9. Так что, в принципе, ну, 3 класс там в бассейн ходит. Ну, 3 класс это вообще просто такие живчики. Но, я не знаю, есть там в классе один мальчик, ну, просто, блин, это капец какой-то. Шли в бассейн, у него с собой все в кульке, там тапочки, полотенце, еще что-то. Он этим кульком как начал размахивать и сам давай за тем кульком. Короче, я думал уже все. Настолько сильная... А центровая сила, что его просто сейчас унесет куда-то, сорвет этого малого. Еле словили, блин. То есть 3 класс это такие, блин, я не знаю, живчики. А вот 6 класс, те уже такие более взрослые ребята, в принципе. Но тоже еще детство в 5-й точке у них гуляет. Там начинают иногда баловаться. Приходится тоже... успокаивает. Но с 9 классом немного попроще. Пришли там такие, типа, модные все. Но в итоге казалось, что фига они не модные. И, в принципе, как бы общий язык нашелся. Так, наконец-то мы добежали уже до себя. О, боже. Это я полублоки здесь поставил? Здесь меня тут свинопати встречает. Что это так? Ой, кто это туда вырыл тропинку? Надо будет сходить. Ну вот, сходим сейчас, короче, домой, выложим все. Пойдем наберем где-то еды у кого-то. И, ну как у кого-то, в общественном поле, скорее всего. Так, давайте выкладывать, короче, сначала ерунду. Теперь украшанцы. Так, теперь... Ага, еще кварц. Далее... верстак и печь, сундук и, в принципе, стоп, сундук один мне надо, если я не ошибаюсь. У меня уже здесь 2 сундука валяется просто так. Так, посмотрим, что там поменялось у нас. О, коврик постелим, вот это будет полезное дело. Так, что у нас здесь творится? Здесь у нас, короче, сейчас будет склад, блин, золотых нагрудников. И железный тоже. Так, наше чудо-кирка. Бронь. И седло. И штаны. Еще седло. И ножницы. И железная кирка. И зажигалка. Вот теперь все. Так, сюда мы выложим алмазы, железо и золото. Вот так.
И далее спустимся все-таки за хлебушком. Но там, в принципе, деревушка расстраивается понемножку. Кто-то там вроде бы в пригороде, типа, получается, у нас здесь город, там область. Ну да ладно. Так, где один кусочек улетел? Вот. Я уже знаю, сколько у меня отсюда должно получиться. Так. Так. О, тут моя лошадка топает, точно. Точно. Давай, иди плавай. Так, кстати, мне понравилась вот эта древесина, которая акация называется. Классная вещь. И пошли пока что ковры стелить. Так. Окей. Вот так, как-то так. Вот сейчас уже можно. Я думаю, хватит сейчас мне. Да, по-любому хватит. Вау, вот так не надо. Не надо так. И раз, два, три, четыре. Все. Вот так. Здесь уже у нас факела не ставится. Здесь надо придумать какие-то лампочки, чтобы, блин, здесь у меня тоже зомби не заспаунились. Так, здесь на входе факелы. И там еще на входе два факела. Вот так. Стоп, в центре надо было тоже какой-то рисунок, что ли. То там получится вообще без рисунка. Ну, я не знаю, это потом посмотрим, может, какую-то рамочку еще черную сделаю. У меня, по-моему, черной шерсти нету. А может и есть. Может, ее не хватит. Да, ее нету просто-напросто. Ладно. Так, ковер, шерсть. А, нет, есть вот у меня Black Wool. Немножечко есть. Может быть, каемку сейчас мы переделаем. Вот. Хотя бы чуток, посмотрим хотя бы, как это будет выглядеть. Потому что так как-то просто чисто бело не очень. Ну вот так уже чуток получше, наверное. Да, однозначно получше. Сейчас мы немножечко 4. Сейчас еще здесь немножечко переделаем. То есть сделаем 1, 2, 3, 4, 5. Соответственно, делаем здесь так. И вот так смещаем просто на один блок. Чуть-чуть сдвинем. Самую малость на один блок, просто чтобы она не была впритык. В принципе, так будет ближе, уже не надо особо с центральным рисунком заморачиваться. Ой, блин. Вроде так. Все, да, довольно-таки близко. И, соответственно, здесь уже можно будет тоже сейчас можно будет покрасить и дорисовать. Еще 4 кусочка. Мои красители, надеюсь, лежат у меня где-то здесь. Уж очень надеюсь. Да, вот розы. Две мне надо. 4 ковра красим. Блин. А, ковры у нас не красятся, да? У нас красится непосредственно шерсть. Ладно. Ну, сделаем непосредственно шерсть. Вот, 6. Все, ну, в принципе, правильно. Все. Да, одна. А, хотя и 3 хватило бы. Ну да ладно. Один у нас туда в сторону не пойдет, а так, в принципе, нормально. 2. Ну, в принципе, можно еще даже вот так сделать. Ну, в принципе, нормально. Еще вокруг теперь только черный слой надо будет уложить. Соответственно, черный краситель. А это у нас кашалоты наши. Спруты. Спруты, да. Так. Теперь. О, ведьма. Укладываем это обратненько. Древесина сюда. Нет у нас.
Кто у нас там есть? Есть Гевин. У Гевина потом попросим, ну, чтобы нам кирку отремонтировал. А сейчас пойдем. Давайте пойдем к кашалоту. Кашалота убивать пойдем. Так. Вот мои овечки. Моя Феррари. Красивая. Так, и давайте поищем, где бы мы можем. Где мы сможем найти этих кашалотов несчастных. Так, кто у нас здесь живет? Иди отсюда. Батоном в морду на. Ой-ой-ой. Здесь живет Фар. Фар там живет. Так, мне бы какой-то водоем. Ой. Только не такой мелкий. А там, где вводятся спроуты. Блин. Идешь такой, типа, идешь там. Фига, нету. Здесь, блин, что-то еще не загружается. Текстуры, что это такое у нас? Тут проживает семейство. Сетап, что? Сбор ресурсов. На еще и статусы сделали. О! Так, болотцы. Здесь уже будут спроты. И я сейчас пойду в океан их искать. Постараюсь закрыть свою лошадь в этом прекрасном деревянном домике, чтобы он не сбежал, так как в прошлый раз. Пошел ресурсов накопать там. Блин, она здесь не пролезет сейчас. Так, так. Эй. Все. Спрятали, теперь давайте искать спрутов. Будем искать черные чернила. Ну, здесь их в океане, думаю, хватит. Во всяком случае, надеюсь. А, вон они. Их там немало. Ой, что ж так темно под водой-то? Неужто ли у меня яркость? Нет, яркость на всю. И ничего практически не видно. Спруты, спруты, я иду за вами. Так. Рэмбо. Опа, 4. Ну. А, 7, все, подобралось. Есть. 8. Это, соответственно, в 2 раза больше, то есть. 16 ковриков. Куда спруты улетели? На дно ушли. Блин, увы, сейчас их не видно здесь. Ладно, пойдем еще вдоль берега поищем. Главное не забыть лошадку забрать. Да, где близко, здесь хорошо видно. А где глубоко, теперь это вообще плохо. А, может это просто после обновы так стало. Потому что раньше, помню, в океан нырял спокойно. Можно было там... Можно было спокойно делать что угодно в океане. В принципе, глину в основном добывали. Больше незачем было нырять туда. Но тем не менее, и это можно было сделать спокойно. Без всяких проблем. А сейчас уже... Вот проблем. О, еще одного вижу. Еще двоих вижу. Троих. У меня стрел нету больше. Ладно. Поехали. Все, взял. 9. Что-то не слышно, как чпокает этот предмет, который подобрался. Всплываем. И на дно. Вот, вижу один. Ни одно, что, в принципе, видно. Если особенно так на экранчик сверху посмотреть. 12 есть уже. Это 24 коврика, но я думаю, еще вот этот, если мне особенно повезет, сейчас и выпадет 3, ну 2 выпало, 14. Все, я думаю, мне этого хватит с головой. Этих красителей.
Так, побежали за лошадкой, за нашей прелестной. Постараюсь ее теперь с собой брать. Так, окей. То путешествие на лошади, они как-то и более веселее проходят, быстрее и меньше надо еды тратить. Вот. Ну что ж, в принципе, сейчас приедем домой, будем закругляться. Уже, я думаю, даже две серии прошло. О, класс. Лошадь висит в воздухе. Побежали. Домой ложим коврик и заканчиваем. Что ж. Вот такая вот серия прикольная была. Двойная, наверное. Где-то побродили, полазили. Ну, а потом наконец-то вернулись домой. В принципе, больше ничего не сделали. Коврик положили и все. Но, тем не менее, и то неплохо. Так. О, наш дом как сразу красуется, да. Сразу вход. Вход такой и наш дом. Нормально. Неплохо. Так, оп. Ага, можно так спокойно залазить. Все, лошадь оставляем здесь. Сами побежали. Быстро за шерстью, которая у нас осталась. Так, жалко только, что коврики я там белых сделал больше, чем надо. Блин, вот минус, вот большой минус. Сейчас у меня только 9 ковриков, блин. А, ну еще пару овечек есть во дворе, конечно. Да, про это тоже не надо забывать. Что у нас еще? Есть небольшой запас, так сказать. Всего. Блин, я думал, сейчас доукладываю и все. Мне осталось тут сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять. Ну это 5 кусков шерсти. В принципе, это можно. Можно сейчас состричь, если постараться. О, у меня уже 2 голема. Здорово. Големы тоже плодятся. 3, отлично. Теперь еще это 2. Отлично. Так, все. В принципе, у нас есть нужное нам количество. И даже больше немножко. А, нет, наоборот, минимум. Почему? А, по 3. Ну да, чуть-чуть. На один сейчас не хватит. Ну ладно, это уже пускай так и будет. Потом я уже один где-то состригу. Что ж, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И всем пока.